Сотни огней зажгли в Ставрополе в память о тех, кто ушел на фронт со школьной скамьи, выпускниках 1941 года. Горящие свечи пронесли к мемориалу Вечного огня. В торжественном шествии приняли участие старшеклассники, представители ветеранских и общественных организаций, курсанты кадетского училища. Когда объявили минуту умолчания, площадь осветилась маленькими огоньками. Позже участники акции рассказали, что для них было очень важно отдать дань уважения всем, кто прошел войну и кто не вернулся с фронта. Я хочу, чтобы наше поколение, молодое поколение, всегда помнило о тех людях, которые принесли мир в нашу страну. Чтобы поколение молодых ребят, нас, еще юное поколение, чтобы они понимали всю значимость этого праздника, потому что 9 мая, День Победы, это самый святой праздник, который только может быть в нашей стране.